Дедуль, с Новым годом! И тебя, Бармот, про что рассказать? Про 20-й год. Рассказ будет жесткий, на события богатый, собственно, как и сам 2020-й. Начинался год спокойно, без аномалий. Подумаешь, в январе загорелась половина Австралии. Подумаешь, в Англии Брексит, в Иране какая-то жопа. Но всем было не до этого, все смотрели холопа. Путин неожиданно поменял министра в кабинет. Точнее, поменял кабинет, а министров особо нет. Просто ушел Медведев, а Мишустин на смену ему. Только в марте все поняли, почему. В феврале все было относительно спокойно. Серьезно? Да, если бы кто-то не решил принять ванну из сухого льда. А его жена, вместо того, чтобы горевать, не додумалась бы на этом подписчиков набирать. А так все было нормально. И лишь каналы листая, все слушали новость про какой-то вирус из Китая. Позже там что-то подключилась Европа. А что было потом? А потом пришла жопа. Когда вспоминаешь 2020 марта, в голову много всего приходит. Но в основном это март. Потому что в марте, ВОЗ, мать его идит, сказала, пожили и хватит, знакомьтесь, ковид. И началось. На удаленку вышли миллионы, как слиток золота начали стоить лимоны. Для всех родителей началось мучение под названием дистанционное обучение. Семьям с детьми помогало правительство страны. А тем, кто без детей? Так им деньги не нужны. А самое главное, знаешь, какое дело? Людям впервые не работать, а отдыхать надоело. Все думали, сколько? Месяц, два? Ни хрена. Это была всего лишь первая волна. Но никто не сдавался. Почему? Да благо, у всех была запасена туалетная бумага. Но, видимо, одного вируса было как-то мало, поэтому рубль рухнул, цена на нефть упала, люди и так еле-еле запасались терпением. А тут еще Терешкова со своим обнулением. Короче, все гречку с тушенкой ели. Да, кстати, астероид прилетал в апреле, но как-то им особо был никто не впечатлен. Почему? Да тут вроде же так свой Армагеддон. Да лет так и жили, и тут вдруг вот тяна, неожиданно закончилась первая волна. Все подумали, вот это новость крутая. Проголосовали за поправку в Конституцию, и началась вторая. А кроме вируса что-то было? Ой, событий куча. Причем такие события одно другого круче. Например, благодаря Хабаровску мал-помалу вся Россия узнала лозунг «Свободу Фургалу». А что с ним случилось? Посадили вроде. За что? Вроде за то, за что остальные губеры на свободе. Люди до сих пор бастуют, реалии жестоки. С другой стороны, чем еще развлечься на Дальнем Востоке? В Америке ситуация была чем-то похожая, только там бастовали чернокожие. А за что они боролись? Я тебя умоляю, стыдно не знать. А ты знаешь? Не знаю. Там наверняка лозунгов было немало. Не удивлюсь, если тоже был и «Свободу Фургалу». Америку так встряхнули те ребята проворные, что в шахматах там теперь первыми будут ходить черные. Еще одно событие там в памяти свежо. Выборы выиграл 78-летний Джо. Мало того, что он не в противостоянии черных и белых, так еще и Белый дом превратился в дом престарелых. Еще один товарищ серьезно начудил. Актер один хороший, Ефремов Михаил, из-за алкоголя и адвоката Пашаева отправился вместо Кокорина и Мамаева. Навальный как-то добирался в Москву из Томска. Водички попил, долетел только до Омска. От кадров с самолета Соловьев аж прослезился. А что случилось? Да позиционился. Из комы вышел вообще бодрячком. Видать, не травится, а лечится новичком. Так выглядел у Дудя на интервью. Как я не выгляжу, даже когда месяц не пью. В Норильске произошла топливоутечка. Амбарная превратилась в дизельную речку. Ученые таких катастроф не помнят своей практики. Норильск был самым грязным на планете, стал в галактике. Оскар сделал свой выбор в пользу геев и трансов. Теперь у нормальных мужиков там вообще нет шансов. А у Кевина Спейси? Есть, и у таких, как он. Слава богу, хоть Ди Каприо заскочил в последний вагон. Дедуль, у нас такая интересная дискуссия. Ага, сейчас будет еще интереснее. Белоруссия. Там вообще такой цирк начался. Причем цирк уехал, клоун остался. Как бы попонятнее рассказать. Жил-был дед, и правил он 30-м царством 26 лет. В 2020-м что-то причудилось деду, вирус не признавал, зато признал свою победу. И в чем, расскажи, так не прав был тот дед? В том, что только он ее признал, остальные нет. И начались протесты. Не рассказывай байки. Я тебе говорю, под предводительством домохозяйки. Вот такая заварушка началась в царстве 30-м. А дед что? Дед, да просто бегал с автоматом. И завязался у людей с дедом перепалка. Кто там прав, неизвестно. Людей просто жалко. А сколько еще всего вспоминает со слезами на глазах? Взрыв в порту Бейрута, Нагорный Карабах. Как же это страшно, дедушка. Вот-вот, сложно представить более високосный год. Но есть и хорошее. Не будет конца земли, потому что в России от вируса вакцину изобрели. Так что у нас есть свой козырь в рукаве. Нигде ни одной, у нас сразу две. Надо просто немножко поэкспериментировать, а потом можно будет весь мир вакцинировать. И жизнь наверняка нормальная начнется, если новый вирус из Индии по всему миру не разнесется.
Дед, вообще-то, скажу тебе честно, слушать о глобальном, конечно, интересно. Но ты мне еще без прикрас и без лжи о том, что в 20-м со звездами было, расскажи. Для 2020 года характерна бешеная популярность Моргенштерна. И ведь реально ж есть его творчество любители. Видимо, какой год такие исполнители. Харламов расстался с Асмус. А какой там кончик? Что там рассказывать? Просто посмотри текст. Вообще у них развод был какой-то скучный. Совсем другое дело Муценицы и Прилучный. Когда ты плохо вел себя, я доставал ремень. И что? У Паши и Агаты такая же хрень. Прилучный хотел показать, что он сильный мужчина. Но еще глупей повелась эта Доренко Регина. А что она сделала? Сказала, что Агата, по ее мнению, сама виновата. Потом весь год извинялась, чудила. Чуть ли не призналась, что она Кеннеди убила. Когда в мире начался коронавирус, неожиданно откуда-то Иосиф Пригожин вылез. Начал жаловаться, что денег нет еще примерно в мае. А сейчас он где? А сейчас в Дубае. Очень многие весной ТикТок опускали. Все они к концу года сами тиктокерами стали. Про кого ты говоришь в этом плане? Да Масков присосался к Милохину Дане. Дава появился у Бузовой Оли. Кстати, действовал по схеме Баскова Коли. В смысле, что весь год тоже развивался? В смысле, что он к Бузовой тоже присосался. А вообще год был тяжелый, безусловно. Из жизни ушел Диего Марадона. Мир очень тяжело переживал и эту разлуку. Бог не просто отвернулся в 20-м, но и забрал свою руку. Ладно, внучок, не грусти слишком много. Это жизнь. Зато Дзюба доказал, что у него тоже есть рука Бога. А как он доказал? Хороший вопрос. А я думал, все видели этот видос. Ролик тот вызвал обсуждение шквалы. Там же не только рука от Бога, там еще и причиндалы. Честно говоря, после истории энтой я на всякий случай камеру на телефоне залепил изолентой. Футболисты наши, кстати, всю осень жгли. Проиграли вообще всем, кому могли. Максимум ничья, какой матч не взять. Ужас. Нет, ужас с сербами 0-5. В биатлоне выступали плохо из ряда вон. Хабиб сказал, что больше не вернется в октагон. И он не передумал. О, это будет сложно. Хотя забыл, есть вариант, обнулиться ж можно. Сколько ж событий произошло? Вот-вот. Такой вот год крысы всем годам год. Жизнь в 2020-м была нелегка. Главное, чтоб таким же не был год быка.